Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info. Перед нами Huawei MatePad 11. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве стереть кэш. Для этого нам нужно выключить наш планшет. Зажимаем кнопку питания, нажимаем выключение. После того, как наш планшет полностью отключился, зажимаем одновременно кнопку питания и кнопку увеличения громкости, пока наш планшет не завибрирует, а на экране у нас не появится надпись Huawei. После этого можем все отпустить. Когда у нас появился Recovery Mode, мы с помощью кнопок громкости листаем до пункта Clear Data и нажимаем на кнопку питания. Дальше здесь очень важно нажимаем на Wipe Cache Partition или же стереть кэш. Также листаем к нему с помощью кнопок громкости. Вот здесь у нас второй пункт по счету. И нажимаем на кнопку питания. Дальше у нас началась очистка кэша. Если у нас вышло из него, значит кэш уже очищен. Теперь нам нужно выбрать пункт Back и выбрать Restart. После чего наш планшет перезагрузится. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До свидания!